А вообще, заебала вся эта танковая движуха. Надо, короче, завязывать с этой хуйней. Давно ведь не подросток, а все туда же лезу. Короче, нахуй избавляемся от аккаунта. И дело с концом. Ты сейчас от своего конца избавишься. Все твои секреты видно в объективе. Не ждал, залупа. Ёб твою мать. Тут слушок дошел. Что ты хочешь разрушить? Все, что я так усердно строил. Дебил, я это и есть ты. Просто намного умнее и старше. А, ну да. А еще, мне тёлки дают. Аргумент, но иди нахуй. Да ты просто тень прошлого. Детский сериал, который забыли. По крайней мере, я заработал больше просмотров, чем ты. А где же сейчас твои фанаты? Испарились? Тут мой косяк, что я забрасывал снимать. Ну, и не вижу смысла лезть опять в это болото. Я тут провел лучшие годы. Я тоже, но не обманывай себя. Еще 3 года назад тебя тошнило от игры. А почему же я тогда остался? А чего непонятного? Пошел на поводу у публики. Просмотры ведь нужны. Да, вот только мало что изменилось. Ага. Не подпёздывай мне. Иди нахуй. Все же, это не повод забивать на проект аудиторию. Бля, Джага. Ты самый неудачный персонаж в танках онлайн. Не торгуй моей душой, в этой комнате мечта, я овладел порнозвездой. Сцены и ноунеймы за год тебя обогнали. И это я не говорю еще про Микс и Афлопайда. Да, но они ведь тоже ушли. А ты видел их статистику? Бля, ну да. Разумнее будет забросить проект и поделить бабки пополам. А как же память? Память останется здесь, на Ютубе. Сюжеты, но ведь мы не в фильме. Я знаю тебе цену, Мальборо Мартини. Так что давайте, ребят. До скорой встречи. С вами был Саша Джаггернаут. Дерзайте. Золотая душа. Так, ну-ка нахуй стоять. Я не закончу этот видос на такой грустной ноте. Тутор продолжается нахуй.